Сегодня я купил Фория торговой марки «Веселая коровка», «Веселая коровка». Сыр плавленый вершковый, 46 жирность, бренд створен во Франции. Ага. 90 грамм стоит около 15 гривен, это где-то около 30 центов. Нет, это около где-то 40, 50 даже центов, это 50 центов. Куплено в Форе. Пробуем. Сырок белый. А, состав надо даже прочитать сначала. Так, состав. О, 3.0. Так. Состав. Сыр твердый, молоко, коровье. Понятно. В общем, 46% жирности. Так, теперь пробуем. Хорош. Будем брать.